Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 марта. Память преподобного отца нашего Стефана Исповедника. Преподобный Стефан Исповедник Христов жил при царе Льве Армянине. С детства возлюбив постническое житие и украсивший себя добродетельной жизнью, он был впоследствии игуменом Тригеллийского монастыря. Приняв сан игумена вследствие усиленных просьб братьев, учением своим он увещевал многих богоугодно и в чистоте проводить жизнь. Но вот нечестивый царь Лев Армянин воздвиг лютое гонение на христиан, уничтожая святые иконы. Тогда он призвал преподобного Стефана и начал принуждать его изменить православной вере, отказаться от поклонения святым иконам и собственноручно подписать свое отречение от православия. Преподобный же не только отказался сделать это, но укорял царя за его нечестие. За свою твердость в православии преподобный Стефан принял многие муки и темничные узы. Потом был сослан в заточение, и здесь, дойдя до крайнего истощения от страданий и болезней, преподобный Стефан отошел ко Христу Богу в 815 году, ради которого претерпел многие муки и принял смерть. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.